Добрый вечер, коллеги. Завершился матч между командами «Барс» и «Металлург». Но после матча пресс-конференции по традиции главный тренер со стороны команды гостей господин Федор Яныч, со стороны команды хозяев Андрей Владимирович Скорюк. Господин Яныч, прошу, пожалуйста, комментарий по игре. Я думаю, что результат сегодняшней игры разбирался во втором периоде. Там были моменты у нас, где мы смогли забить, но, к сожалению, не забили и получили голы. Там то, že v našem balšinste sdělali ošívku. A když soupeřník v třetím periodě zabil 3-0, my potom ještě chtěli to sdělat s rezultátem a už nebylo u nás vremě. Спасибо. Андрей Владимирович, пожалуйста. Хочу поблагодарить первых болельщиков за поддержку. Сказать спасибо команде после прошлого матча. В общем-то, не очень было хорошее настроение, скажем так, и состояние, поэтому, еще раз говорю, нам удалось, в общем-то, перестроиться. Это. И сегодня был хороший матч был. Единственный момент, конечно, опять по счету, ведя 3-0, мы, в общем-то, до такой нервной концовки доводим матч. Еще раз говорю, здесь, конечно, еще много работы. Спасибо. Вопрос, пожалуйста. Олег Замков, ветеран Астаны. Ну, с победой, с такой волевой, Андрей Владимирович. Сегодня команда действительно была такая хорошая самоотдача, видно было. Хотел бы спросить. Сегодня дебютировал в составе Бориса Виктор Стабеля. Как можете его прокомментировать? Да, он нам придал, в общем, такой уверенности, солидности, я бы сказал. Я думаю, что он нам поможет. В третьем периоде был произведен силовой прием против Кользина. Как можете этот эпизод? Я сейчас не хочу комментировать, потому что я еще не видел. Мы попросим. Да. И вот увидели сегодня в тройке, вернее, вышел Кользин вместе с Бойдом Фрекином. И даже показалось, когда Кользин по-особенному заиграл. Как вы считаете? Я могу сказать, что Паша, в общем-то, прибавляет, как говорится, берет то время, которое ему сейчас дают, и он с каждой игрой прибавляет. Он хорош, он неплохо, еще раз говорю, но он прибавляет в каждом матче. Мухаммед Сыздыков, журнал «Хоккей». Андрей Владимирович, с победой. Спасибо. Сегодня на официальных ресурсах «ХК Барыс» была опубликована информация о том, что Старченко и Аситов на некоторое время выбыли. В то же время по Петерсону и Кормье никакой официальной информации до сих пор нет. Увидим ли мы их в ближайшее время? Кормье, возможно, Петерсон вряд ли. Еще вопрос, пожалуйста. Андрей Владимирович, поступок Алексея Буклюкова в конце матча, как оцениваете то, что заступился за товарища? Конечно, отлично. Единственное, конечно, вот эти удаления, тут, если уж так делать, наверное. Мне сложно комментировать, потому что, еще раз говорю, я не видел досконально этот прием. То есть мы видели все, насколько Паша, скажем, упал, но нам всем показалось, что это был неправильный силовой прием. Поэтому то, что он заступился за своего партнера, это здорово. Это здорово. У него, в общем-то, в целом такой настрой был хороший, все друг за друга бились. Коридор не планируете расширять потоки в раздевалку? Потому что Светберг два раза головой ударился, когда заходил. Я думаю, что подумаем, наверное. Пока у нас таких не было. Еще вопрос, пожалуйста. Спасибо. Все, спасибо.